Дорогие друзья, в такие дни, как сейчас, когда ночь бездонного бездонней, неба, алого аллей, хочется обратиться к вам со словами утешения и надежды, но их очень трудно найти. Сейчас очень и очень многие переживают ретравматизацию – Состояние похожее на то, которое было у них после 24 февраля 2022 года. И ничего вообще не хочется. И полный кризис бытия. И люди спрашивают, где найти опору, за что держаться. В такие моменты мы очень хорошо понимаем, что путь христианина это порой путь апостола Петра по воде. Никаких привычных опор, только голос Христа и его протянутая рука. Слова, которые мы слышали в это воскресенье во всех храмах, слова Христа, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его» правда неотделима от Царства Божия. И правда – это то, что нам насущно необходимо. Иногда не так уж и трудно ее узнать. Достаточно найти спектакль «Финист Ясный Сокол», посмотреть его, прочитать сценарий и убедиться самим, есть ли там оправдание терроризма, за которое получили шестилетний срок Светлана Петричук и Евгения Беркович. Именно ее строчки я цитировал. И на одном из заседаний она обратилась к судье, закончила свое обращение к судье в стихах словами. «Я прошу вас, помните о чуде и о законе». Это почти синонимы. У меня все, спасибо. Закон здесь синоним справедливости. А истину важно искать еще и потому, что она неразрывно связана со свободой. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, говорит Господь. Одно из стихотворений Жени Беркович заканчивается шестикратным повторением слова «свобода». И она остается одним из самых свободных людей сейчас даже в тюрьме. Если суд не внял ее словам, важно, чтобы мы вняли. И ее стихи помогают очень и очень многим выразить и пережить ту боль, которую многие сейчас ощущают. Весь стихотворение ⁇ Ой! ⁇ плакала Мария, выражена замечательная трагичность материнства Богородицы и детства беззащитного Христа. И в такие моменты, как сейчас, именно их присутствие помогает нам пережить трагедии. Подобная трагедия в больнице охраны материнства и детства. Именно присутствие Христа и Его Пречистой Матери.